На канале НТВ состоится премьера 16-серийного детективного сериала «Охота на певицу» о покушении на Аллу Пугачеву. Сюжет сериала разворачивается в конце 70-х годов в Советском Союзе. Подполковник милиции Гордин и капитан Колесников расследуют неудавшееся покушение на жизнь главной звезды советской эстрады. Гордин уверен, что за преступлением стоит его старый знакомый, безжалостный наемный убийца, которому он дал прозвище «Хамелеон». В это время в Москве и Московской области происходит еще несколько убийств, которые, на первый взгляд, не связаны между собой. Но во рту каждой жертвы убийца оставляет черную метку. Гордин и Колесников пытаются разгадать ребус, кто и зачем заказал «Хамелеону» убийство эстрадной певицы. Как же все жертвы связаны между собой и какие отношения связывали их с артисткой? Ответы на эти вопросы пока знает только Хамелеон, которого в преступной банде знают под прозвищем Немчик. Главные роли в сериале исполнят Александр Устюгов, Артем Быстров, Алексей Барабаш и Кирилл Назаров. Премьера 16-серийного сериала состоится 20 апреля на канале НТВ. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.